Для начала, конечно, давайте разберемся вообще, почему, в принципе, тема AutoML стала настолько популярна за последнее время. Причин этому сразу несколько. Если говорить об объемах тех данных, которые собираются в компаниях, и количество решаемых задач, которые также решаются либо в компаниях, да, либо в академии, то это количество существенно больше, нежели чем количество специалистов, которые выпускаются на вузах, в курсах, ну и так далее. И это порождает значительный кадровый голод, ну и замедляет существенно продвижение компаний с точки зрения внедрения ML-практик. Также после того, как мы единожды внедрили модель в продакшн, мы, конечно же, видим, что данные в мире изменяются, поступают в модель не такие, как были на тренировочной ситуации, и получаем, что профит, который мы по итогу получаем от модели, становится все меньше и меньше, да, а в какой-то момент может вообще стать отрицательным. Конечно же, мы хотим переобучать данную модель, но посадить одного и того же доцентиста и исправлять ее каждый месяц мы по определенным причинам не можем. Мы все-таки хотим сделать так, чтобы модели как-то переобучались автоматически. И здесь нам вновь на выручку приходит AutoML. Также довольно частой ситуацией являются моменты, когда единая бизнес-задача состоит из большого количества маленьких подзадач, конечно же, задач машинного обучения, которые решаются на каких-то своих конкретных данных, и, опять же, решать их вручную будет достаточно долго, поскольку задач могут быть десятки, а то и сотни. И здесь снова на выручку может прийти AutoML, который способен работать 24/7, без праздников, выходных, ну и, конечно же, зарплат. Но в любом случае придется тратиться на вычислительный ресурс. Ну и если говорить про конкретную задачу, да, про конкретную ML, бизнесовую задачу, здесь можно сказать, что мы всегда наблюдаем некий симбиоз между дата-сайентистом и AutoML. Поскольку когда AutoML считает конкретную постановку, у дата-сайентиста высвобождается достаточно неплохой квант времени на то, чтобы подумать, а правильно ли он выбрал целевую метрику, целевую переменную, правильно ли он выбрал схему валидации, вообще правильную ли задачу он решает или нужно ее поставить как-то по-другому, ну и так далее. В принципе, все эти варианты, да, можно реализовать при помощи симбиоза именно дата-сайентиста и AutoML, и таким образом ускорить продвижение внедрения ML-практик в бизнес-процесс. Ну и поскольку мы, в принципе, понимаем, что AutoML достаточно полезен для бизнеса, то мы идем в интернет, да, там на GitHub или на Pipe, да, смотреть питоновские пакеты, которые реализуют такого рода решения, и понимаем, что в принципе AutoML решений существует достаточно много. Что же нам делать в такой ситуации? Как понять вообще, какое конкретное решение необходимо взять для того, чтобы получить наилучшее качество для конкретной задачи? Или удовлетворить каким-то другим бизнесовым требованиям, которые у нас есть в конкретной задаче. Ну и, собственно, на этот вопрос мы постараемся ответить с нашим коллегой Алексеем Натекиным, бессменным руководителем сообщества ODSI и компании Data Souls в нашем докладе про открытый бенчмарк AutoML решений. Пожалуйста, внимание на экран. Что ж, коллеги, добрый день. Меня зовут Рыжков Александр. Я являюсь руководителем Light AutoML проекта в лаборатории искусственного интеллекта Сбера. Также я являюсь грандмастером Kaggle. Со мной сегодня Алексей Натекин, бессменный лидер сообщества ODSI и компании Data Souls. И сегодня мы вам расскажем про открытый AutoML бенчмарк, который реализован на базе ODSI. Но для начала пройдемся по содержанию. Вначале поговорим о том, что такое в принципе AutoML, потом поговорим о том, что, чем отличаются бенчмарки от обычных соревнований. Далее рассмотрим, как можно сравнивать различные AutoML-решения. Поговорим о том, что находится под капотом нашего бенчмарка, о полученных результатах и о том, как можно законтрибьютить наш бенчмарк. Ну и сделаем выводы.
Собственно, не будем откладывать. AutoML рассматривается в разных смыслах слова. Например, в узком смысле слова это некоторый инструмент, позволяющий подобрать оптимальную структуру ML-модели для решения конкретной задачи. Но зачастую рассматривают AutoML именно в широком смысле слова. Это уже технология или фреймворк, который старается автоматизировать фактически весь пайплайн машинного обучения, начиная от сбора данных, подготовки данных, фич-инжиниринга, отбора признаков, построения модели, оптимизации параметров, валидации модели, генерации отчета, да, по этой модели, ну и даже деплоя модели, да, и ее инференса в production environment. Собственно, существуют разные AutoML-решения, и подразделить их можно на open-source решения, такие как наш Light AutoML, такие как H2O AutoML от компании H2O AI, Autogluon от Amazon, Fidot от ITMO, TIPO от AutoScalern, и список можно продолжать почти бесконечно. И проприетарные решения, за которые необходимо заплатить денег за лицензию. Вот это, например, H2O Driveless AI от H2O, Google Cloud AutoML от Google, IBM AutoAI от IBM, Microsoft Azure от, соответственно, Microsoft, ну и так далее. Ну и, собственно, в чем отличие, да, бенчмарка от обычного ML-соревнования? А именно в том, что на самом деле методология бенчмарка существенно более сложная, нежели чем обычного соревнования. Не верите? Давайте сравним. Для обычного ML-соревнования у нас есть несколько, да, но мало, либо даже одна метрика на лидерборде, какая-то одна конкретная задача, один конкретный датасет. Достаточно просто выявить победителей по этому единственному скору. И те решения, которые реализуются, они в основном подходят только для этого конкретного соревнования, довольно редко подходят для продакшена, поскольку достаточно сложны или используют какие-то специфические моменты конкретного соревнования. Ну и что важно, количество решений, которые мы получаем, существенно больше, чем количество статей, которые мы можем опубликовать на основе этого соревнования. А что про бенчмарки? На бенчмарках у нас фактически всегда достаточно большое количество метрик и вариантов посчитать результаты по различным задачам. У нас много задач и много датасетов. Нет понимания, кто же на самом деле победил, потому что в зависимости от того, как мы считаем и сортируем, да, решения, победители могут различаться. Те решения, которые мы генерим, они достаточно различные и позволяют решать многие задачи из Data Science. Решения — это в основном некоторые инструменты или тузы, да, которые позволяют отправлять решения в продакшн. И статей здесь существенно больше, чем решений. Ну и, собственно, когда мы говорим про бенчмарк, важно понимать, что воспроизводимость — это достаточно важный фактор для бенчмарка. И здесь важно понимать, что, с одной стороны, подсчет должен быть публичным, прозрачным и открытым для различных экспериментов 24/7. И, с другой стороны, те метрики, результаты и, скажем так, методики подсчета самих метрик должны быть также открыты для того, чтобы у людей было доверие. Ну и что важно понимать, воспроизводимость сейчас, в принципе, достаточно важная тематика для всего научного комьюнити. Как мы видим, здесь представлены только некоторые из статей, и если посмотреть на самую левую статью, это статья параллельной группы из нашей лаборатории, которая занимается рекомендательными системами, и она была единственной статьей из России, принятой на конференцию уровня А на RECSIS в этом году. Ну и если мы пытаемся сравнивать AutoML-решения, то существует уже несколько бенчмарков. Например, один из них — это бенчмарк на основе OpenML датасетов. И что же в нем на самом деле есть внутри? Внутри есть 39 бинарных и мультикласс датасетов, взятых с сайта openml.org. Существует уже 17 AutoML-решений и 4 бейзлайна для сравнения. Есть разные варианты запуска, да, как локально, так в докере, так и на основе AWS.
Вот. И есть различные ограничения по ресурсам, которые выделяются на подсчет. Но при этом, конечно же, есть пути для улучшения этого бенчмарка. Хотелось бы видеть, да, в бенчмарке регулярные прогоны, поскольку последний прогон этого бенчмарка датируется 2019 годом, в котором было всего 4 AutoML и 4 baseline старых версий. Справедливости ради, сейчас идет прогон, но он длится уже фактически год. Также хотелось бы видеть регрессионные датасеты. Также важно отметить, что если разбиение и датасеты открыты для всех, то это может быть моментом для оверфитинга на конкретные данные. Ну и также хотелось бы видеть существенно больше метрик. В данном случае сейчас используется AUG для бинарной классификации и LogLoss для мультикласса. Ну и, собственно, чтобы исправить все эти моменты, мы реализуем наш AutoML бенчмарк на базе ODS AI. И на данном слайде есть QR-код и скриншот страницы, да, по которому можно перейти и попасть на этот бенчмарк. Да, спасибо, Саша. Мы всех вас ждем на нашем бенчмарке, и сейчас я вам про него еще немножко расскажу. Смотрите, этот бенчмарк, он выглядит как обычное соревнование. То есть вы приходите и можете в любое время дня и ночи отправить свое решение. Соревнование, естественно, контейнерное, то есть вы отправляете свой код, который полностью автоматически и полностью отчуждаемо от вас может запускаться на абсолютно любых группах датасетов. Для того, чтобы сохранить академическую преемственность, мы задизайнили этот бенчмарк таким образом, чтобы он был полностью совместим с OpenML, но при этом мог его расширять. Первое и самое важное, что стоит сказать про этот бенчмарк, подобно соревнованиям с их механикой о том, что у вас бывают чек-фазы, а также паблика правит лидерборд, здесь у этого соревнования, опять же, как вы знаете, AutoML штука достаточно прожорливая, есть аналогичные разные фазы. А именно, вы сперва отправляете свое решение, оно прогоняется через чек. Ну, вы получаете, в случае, если решение обвалилось, детальный лог ошибок, но самое главное, это ваш инструмент для дебагинга решений. Дальше в любое время доступен Live Leaderboard. Это относительно небольшой сабсет датасетов, на котором ваши решения обрабатываются. Он дает в любой момент вам обратную связь, стало ли ваше решение лучше, как оно себя показывает относительно остальных. И самое главное, вы эту связь получаете в любом удобном для вас режиме. Официальный же лидерборд бенчмарка – это то, что мы называем большим лидербордом, который состоит из прогона на абсолютно всех датасетах. Мы этот прогон запускаем в среднем раз в месяц, и именно результаты по этому большому прогону и этого большого лидерборда и являются официальными результатами бенчмарка по состоянию на самый последний момент, то есть когда последний раз этот результат был посчитан. Теперь про датасеты. Пожалуй, самое интересное. Ну, очевидно, мы начали с уже имеющейся группы академических датасетов от OpenML. Саша уже все вам про них рассказал. Немножко деталей — это то, что эти датасеты состоят из табличек от 500 до 100 тысяч строк, и столбцов в них столько, что при разложении в one-hot encoding в них не более 5000 этих столбцов потом оказывается. У датасетов нету никакой синтетики, они не являются какими-то нарезками, обрезками от других датасетов, то есть все достаточно чисто и прозрачно. Датасеты уникальные. В OpenML есть только задачи классификации, в которых, очевидно, не меньше двух классов. Главное, соотношение наибольшего класса к наименьшему не хуже, чем 1 к 20, а в наименьшем классе должно быть не меньше, чем 20 сэмплов. И, пожалуй, самое важное достижение вот этой последней редакции этой группы датасетов — это то, что OpenML сделали такую базовую проверку на утечки, а также то, что их задача и их датасет решается каким-то суперпростым методом. То есть либо линейной комбинацией, либо константным предсказанием, либо решающим пнем, то есть деревом глубиной 1. Помимо этого, у нас есть группа датасетов, и самая важная из которых – это группа от сообщества. Мы ждем ваших датасетов, причем не только классификационных, но и задач регрессии, а также, возможно, каких-то еще подзадач с специфичными метриками, более близкими к реальности и в том числе реальным индустриальным задачам и реальному бизнесу, которые мы можем у себя заимплементить. Также, как вы знаете, вообще в реальной жизни большая часть валидации происходит в формате out of time, то есть обучаемся на сегодняшних данных, предсказываем на завтрашних.
Если у ваших датасетов это тоже будет применимо, то welcome. Это тоже возможно в этой комьюнити-группе датасетов, которую мы ждем и которую мы открыты пополнять. Тем не менее, надо соблюсти условия, чтобы это все-таки были табличные данные. Плюс, чуть попозже, подъедет еще отдельная индустриальная финансовая группа датасетов. Это будет порядка 30 задач, тоже на все разные группы, и которая тоже будет полностью совместима со всем этим публичным дизайном для проверки AutoML-решений. Плюс, число этих групп может в целом и вырасти. Так что, если у вас накопилось достаточно много датасетов, или вы хотите прям завести какую-то отдельную группу, присылайте ее нам, обсудим, и, может быть, и отдельная группа датасетов у нас тоже появится. Тем не менее, различные AutoNLP, AutoCV и прочие давайте пока оставим немножко на потом. Надо же нам как-то бенчмарк расширять в будущем. Теперь по поводу ограничений по ресурсам. Спускаемся на нашу грешную землю. Ваши решения должны удовлетворять суперпростым базовым требованиям, которые есть для большинства контейнерных соревнований. То есть у вас есть 4 виртуальных ядра, у вас есть 12 гигов оперативки, и ваше решение, так как это все-таки AutoML, вам не надо никакие ни веса передавать, ничего хардкодить, прям алгоритм должен прям из ничего скрафтить кучу моделек. Скорее всего, этот архив уложится в 50 мегабайт. Это именно архив с вашим решением. Для образов со всеми библиотечками и всеми настройками образа, которые только нужны, размер практически не ограничен. Мы можем взять любой образ Docker Hub. Другое отличие, очень важное, которое, опять же, связывает нас с реальностью, то, что в отличие все-таки от OpenML, соотношение train-test будет не 9 к 1 или 90 к 10 и еще 10 прогонов по кросс-валидации, а 70 к 30. То есть 70% тест, 30% train. Плюс на каждый датасет дается по 1 часу. Понятно, все равно вряд ли кто-то будет тратить на маленький датасет с тысячей или парой тысяч строк больше, чем 1 час времени, но надо понимать, что в OpenML там на подобные датасеты вообще по 10 часов дают. К тому же мы предоставляем полностью открытые бейслайны по популярным тулам с AutoML на нашем GitHub. Там вы найдете и LightAutoML, и AutoGluon, и MLJAR, и T-Pod, и H2O, и другие бейслайны, которые тоже на подходе. Теперь про то, как же мы будем сравнивать решения. Потому что это, пожалуй, самое интересное, что отличает этот бенчмарк от и AutoML-ных соревнований, и предыдущих бенчмарков. Раньше все было, ну, скажем так, достаточно разрозненно. Есть какие-то метрики, какие-то рок-ауки, лог-лоссы, которые мало нам о чем говорят. В качестве бейслайнов использовались константное предсказание, ну и Random Forest прям из коробки. Мы же предлагаем новую штуку. Мы берем и строим прям такого наивного автоматического статистика, который в любой момент на любую задачу всегда отвечает одним и тем же – линейной моделью. Регрессия – линейная модель. Классификация – линейная модель. Мультикласс – пофиг, для каждого класса линейная модель. Тоже этот бейслайн вы можете найти у нас на GitHub. Понятно, что для разных датасетов есть разные метрики, то есть это рок-аук для бинарки, рок-аук один против всех мультикласс и RMSE для регрессии, но, тем не менее, как мы это все будем считать? Во-первых, мы будем считать датасеты и скоры на датасетах относительно этой линейной модели из нашего бейслайна. Более того, если мы это сделаем, то у нас появляется возможность еще и трактовать, насколько каждое AutoML-решение лучше в процентном отношении от такого наивного статистика. Ну и дополнительная плюшка, которую мы получаем, это то, что такие скоры будут еще и аддитивными, то есть не ломать лидерборд, подобно AutoML-соревнованиям, когда прилетает новое крутое решение. Напомню, частенько бывает такая ситуация, когда надо скоры показывать с разных датасетов от разных AutoML-решений относительно лучшего текущего на лидерборде. Ну, во-первых, это не очень-то интерпретируемо, а во-вторых, это перекашивает лидерборд. Больше такой фигни не будет. Как же этот лидерборд считается? Ну, сперва считаем нужную нам метрику на текущем датасете. Дальше считаем этот датасет скор, просто как отношение скор вашего алгоритма к линейному скору. И итоговый скор на лидерборде для этой группы датасетов, это важно, именно для группы датасетов, это усредненный вот этот вот датасет скор по этой группе.
Тем не менее, несмотря на то, что у нас в лидербордах будут такие агрегированные скоры, будут и детальные метрики по каждому датасету. На Live лидерборде, а также на чек данных, эти результаты будут показаны у вас в личном кабинете моей команды, а также в логах для, собственно, чек-фазы. Но для большого лидерборда абсолютно вся табличка со всеми результатами по каждому датасету будет показана, доступна для скачивания, а также для анализа, визуализации, да хоть написания статей. В любой момент прям заходите, видите Large Leaderboard, и не только в нем много циферок, но и эти циферки вы можете сами скачать и сами проверить и посмотреть, какие решения работают лучше на каких датасетах. Плюс в ближайшем времени появятся и дополнительные возможности все это отсортировать. Например, по наибольшему числу побед в датасетах. Ну, в общем, все эти классные метрики, которые так нравятся людям, которые показывают отчетики в PowerPoint. Что же у нас получается по предварительным результатам? Насколько выстоят современные автоML-ные тулы против такого наивного статистика с линейной моделью, невзирая на то вообще, из чего датасет состоит. Эта табличка, она очень разноцветная, в ней разными цветами закодировано, какое AutoML-решение от какого инструмента сейчас в золоте, серебре или в бронзе, соответственно. И уже по ней видно, что на самых разных датасетах разные тулы работают лучше всего. То есть нету какого-то прям суперпобедителя, который бы тащил и был самым лучшим на всех датасетах. Нет, и близко. Практически каждый датасет, точнее каждый тул на любом датасете может оказаться лучшим. Так что бесплатного ланча нет. Мы это знали не только про алгоритм машинного обучения, но теперь еще раз в этом убедились еще и на пайплайны AutoML с кучей алгоритмов машинного обучения. Также, что стоит заметить, если на эту табличку помедитировать? Очень часто AutoML-ные тулы идут вровень, и они не сильно отличаются по скорам на датасетах. То есть то, что один AutoML немножко обошел другой на текущем датасете, еще не говорит о том, что он лучше всегда, и что он лучше в среднем. Достаточно редко случается еще такое, что одна тула сильно лучше остальных на этом датасете, но случается. А также, как вы можете заметить, изредка, но случается, что AutoML-ные тулы, современные, которые можно скачать вот буквально по состоянию на начало ноября 2021 года, проигрывают наивную статистику. Ну вот, что делать? Что же мы видим по итоговым результатам по всему большому прогону? Во-первых, это скоры, которые получаются со всех OpenML-ных датасетах, и эти скоры по этим инструментам достаточно близки друг к другу. То есть нельзя сказать, что вот какой-то конкретный тул прям супер сильно лучше всех остальных. Нет, они все классные, у них у всех разные фичи, и конкретно по этой группе датасетов, которая лучше всего изучена, лучше всего известна и по которой проходили регулярные прогоны до этого, в данный момент рейтинг такой, что на первом месте Light AutoML, дальше идет с небольшим отрывом H2O и еще с небольшим отрывом, но достаточно близко, AutoGluon. А MLJAR тоже не сильно отстает от AutoGluon, просто потому что, может быть, на этой группе датасетов он не так круто себя показал. Значимы ли эти результаты? Ну, прогнав на них Анову, можно сказать, что уровень значимости, он такой, не очень высокий, так что нам нужно больше датасетов, нам нужно больше групп датасетов, и нам нужны ваши датасеты. А если еще глубже копнуть, то попарные сравнения этих результатов, а именно средних по разным тулам, вообще говорят о том, что, сорян, но эти отличия на OpenML-ных датасетах незначимы. Так что текущие результаты по текущему набору датасетов, к сожалению, недостаточно для того, чтобы сказать, какой же тул самый лучший в мире. Что еще интересное вообще можно узнать из этих предварительных результатов? Ну, во-первых, конфиги – штука достаточно важная. То есть до этого мы делали отдельный прогон для автоглюона, прям взяв его в том первозданном виде, в котором он есть на GitHub. Но если подкрутить ему конфиг, и в особенности, если вы знаете, что подкручивать в этом конфиге, то его результат подрастет. А именно на почти 1.5% подрастает. Естественно, в предыдущем прогоне были показаны результаты уже с классным конфигом, который в том числе подсказала сама команда AutoGluon. Но если вы знаете, что вы делаете, если вы знаете, как настраивать AutoML, результаты будут еще немного получше.
Но другая штука, которая не менее важна, а именно подсвечивает разницу и трейд-оффы между фичами, между ограничением по ресурсам и между желаемой биометрикой, это то, что если вы будете прогонять Light HTML в режиме для максимально быстрого прогона, который будет завершаться сильно быстрее, то его результат не то, чтобы сильно уступает прям полному time utilization конфигу и сетапу для Light HTML. То есть, с одной стороны, вы получаете скор немножко похуже, но очень сильно быстрее. А с другой стороны, вы используете все время, все доступные вам ресурсы, и скор подрастает. Так что в этом плане помните, что конфиги, а также дополнительные фичи HTML, это штука очень важная, которая, как правило, бенчмарками практически не оценивается. Ждем вас среди наших участников, ждем ваши датасеты среди нашей комьюнити группы датасетов, а может быть даже вашей личной группы датасетов, и давайте немножко подытожим, что же у нас получилось с автоэмельным бенчмарком, который мы теперь запустили. Ну, во-первых, Саша абсолютно прав, что бенчмарки готовить сильно сложнее, чем обычные соревнования. Тем не менее, подготовив такой бенчмарк по HTML, можно со всей уверенностью заявлять. HTML – штука в хозяйстве очень полезная. Она может быстро скрафтить вам такой очень простой и очень доступный бейслайн, то есть потратить 1 час времени, получили очень хорошее приближение к вашей задаче. Дальше. Есть очень много очень хороших инструментов, которые в целом можно взаимозаменять. Если вам, например, очень не нравится работа с JVM и Java, как, например, нам после того, как мы докручивали H2O-шные бейслайны, чтобы они не падали, то вы можете использовать что-то написанное не на Java, например. К тому же разные тулы постоянно обновляются и постоянно улучшаются. Такое было с парой библиотек уже даже в этом первом публичном большом прогоне. Так что за бенчмарками стоит следить, разные тулы обновляются все время, и их результаты тем более будут обновляться, и мы надеемся, что будут улучшаться. Тем не менее, сравнивать HTML между собой достаточно сложно. Мало того, что у нас no free lunch теперь есть со всех сторон, с которых только можно вообразить, так что если вы еще не верите в то, что бесплатного ланча нет, обязательно заходите к нам, убедитесь воочию. Но на HTML можно смотреть еще из совершенно разных углов и из совершенно разных групп. А именно, академикам интересно писать статьи на небольших датасетах с максимальным качеством, которое можно выжать. Индустрии интересно, насколько хорошо отработает HTML, например, на очень больших датасетах. А кому-то, возможно, куда важнее то, насколько быстро можно внедрить тот или иной инструмент прямо в рабочее окружение и даже в продакшн. Так что, честно, сравнивать HTML между собой со всех сторон – это задача не для одного бенчмарка. Тем не менее, мы надеемся, что этот бенчмарк будет полезен не только сообществу, не только командам, которые разрабатывают HTML, но, может быть, и всей области в целом. Потому что в любое время дня и ночи вы можете получить полноценный обзор того, что из себя представляет сейчас HTML на очень широком круге задач. Более того, этот бенчмарк создан таким образом, что он не только всячески за воспроизводимость и полную прозрачность того, что происходит, но он еще и расширяем. Так что, если у вас появляются идеи, как что-то нужно более грамотно читать, или какие еще группы датасетов, или, может быть, даже протоколы валидации запускать, welcome! Ждем вас у нас, чтобы сделать этот бенчмарк еще лучше и еще полезнее для абсолютно всех, в том числе и для всей большой науки. А в будущем, если немножко пофилософствовать, то мы ожидаем, что даже живущие немножко в своих отдельных мирках такие направления, как AutoTime Series, AutoDeep Learning, AutoNLP и многие другие, сведутся воедино в каком-то большом наборе бенчмарков, которые тоже можно будет в любое время попробовать, посмотреть, скачать лучшие решения, улучшить их и, может быть, даже написать про это статейку-другую. Еще раз, ждем вас всех среди наших участников, ждем обязательно ваших датасетов и удачного вам продолжения AI Journey. Да, ну, кажется, получился достаточно интересный доклад, Леш. Хочется у тебя все-таки еще раз уточнить, как же человеку новому пришедшему поучаствовать в этом самом бенчмарке, как ему скрафтить свое решение. О, тут есть несколько рецептов. Начнем с самого простого.
бейслайны, которые мы только что сравнивали из популярных инструментов, они полностью доступны на GitHub. Так что, если вы хотите быстро начать, то возьмите какой-нибудь из этих открытых бейслайнов, чтобы вы увидели вообще, как оно работает, что можно было бы просто улучшать. Может быть, вы научитесь грамотно конфиги подбирать для AutoML и вжух, короче, и AutoML изобретете. А если вы захотите поглубже копнуть в то, что же там лежит внутри этих самых тулов, то, между прочим, сейчас у Саши и команды Light AutoML идет открытый курс по AutoML, и там они достаточно детально разбирают вообще, что же лежит внутри ламы, к счастью, не биологической ламы. Вот. Так что, если вы хотите копнуть глубже, а также разобраться, как самим сделать свое AutoML-решение прям нуля, то, возможно, вам поможет и этот курс. Но начать проще всего, как обычно, с бейслайна. Все-таки соревновательный интерфейс, все дела, облегчает вход в даже такую амбициозную штуку, как бенчмаркать AutoML. Да, спасибо большое, Леш. Участники, которые захотят попробовать бенчмарк, думаю, найдут, где взять бейслайн, который есть на страничке с бенчмарком, и, собственно, им... И во вкладочке бейслайнс. Да,